Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саудитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чарна Дайам Гопиджана Самаюктам Биндаванам Ванша калпатару вешчаки пасинду бевачу. Патитанам павуне бхавишна вебхьо намо нама. Мукам кароти бача ланг пангум ланг хайтагирим. Ятки патам ахангаванди парамананда мадвам. Бриндави тулсиде бхай пиявай кешва сача. Снавакти паде деви саттваттвай намо нама. Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам. Девин сварасватин весам тату жайо мудире. Санкиртане Кришна катху падеше. Гаурия патрашо пракасане ча. Чадану ракта гуру бхакти юкто бхакти прамадакша жагод варуна дхайям сада парибхавагнам авиштадухам тетхасвадам сива виранчанатам сараньям витаттихам панатопал бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатай Висхуруджита Кимапигаповадушвадарши Урунанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакхипанкарши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджануламбита бхужау канакабдат, санкитанай капитару камалайотакшо, вишамбару дижабару йогадхарма пало. Банде ягат приякару, каруна бхатару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сураир Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Тобама Бхагам Нараяно Прияманango Мада Пухарам Барана Сипурапати Ваджави Шанатам Баги Саджушо Бадане Лакшмир Ясача Вакшаси Ясастихиде Сангви Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Гауранга Гатир Баджаси Тамати Си Гауру Дхама Стити Сатсатсвай Кавитир Кушанга Виратир Дусто Бетха Нискрити Си Рупай Карати Санатана Нати Си Живате Йосути Си Сиддханту Сарасвати Виджайате Гаури Агости Пати Си Сиддханту Сарасвати Виджайате Гаури Агости Пати Гаури Агости Пати Си Сила Бхакти Сиддханту Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад told, Шрила Прабхупад сказал, что те, кто пришли ко мне, подобно тем, кто чувствует острую необходимость в капитании, чтобы пересечь какое-то море или реку, и если кто-то использует меня, а если кто-то... То Шрила Прабхупад говорит, что те, кто приходит ко мне, чтобы воспользоваться мною как лодочником, чтобы пересечь реку, то я не имею никакой связи с ними. Они приходят, чтобы обмануть меня, получить лабху, пуджу и пратишту, поскольку с помощью гуру вайшнавов мы можем очень просто это все получить. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто приходят ко мне с различными мотивами, те, кто хотят обмануть меня, будьте уверены, что я буду обманывать их из жизни в жизнь, пускай они скитаются по этим бесчисленным мирам и вкушают вкус этой материальной жизни. И вот суть в том, что обусловленная душа никогда не может избавиться от материальных желаний, в этом главная ее проблема. И Шрила Прабхупад говорит, что склонность к наслаждению обусловленной души, она глубоко в корнях, очень корни свои пустила в сердце обусловленной души, что практически невозможно избавить ее от этого. Но будьте уверены, без не удалив эти причины этих желаний, мы не сможем начать Харибаджан. Харибаджан – это не шутки. Харибаджан, он очень прост, что я не могу объяснить, насколько он прост. И в то же самое время Харибаджан настолько сложен, что тоже не могу объяснить. Это зависит от Гуру Крипы, от милости Гуру. Чем больше вы обретете Гуру Крипы, тем больше вы получите осознание и войдете на поле самоосознания. Вы можете вспомнить, Прахлад Махарадж говорит перед Нарисимхой о Прабху, и в этом главная болезнь не то, что обусловленные души, они не могут избавиться от материальных желаний, но они могут, если они предадутся лотосным стопам Гуру Вайшнавов, и тогда это будет простой задачей, и они смогут сделать это. Прахлад Махарадж говорит перед Нарисимхадевом. Бимунчати яда камано маново манасе стетано тархи ева пундарикакша бхагаваттая калпати. What does it mean? И что это значит? Прахлад Махарадж говорит, те обусловленные души, когда они пытаются избавиться от каких-то желаний внутри своего сердца, то
А, имеется в виду, когда они избавляются от всех желаний, то они обретают силу Верховного Господа, какую-то огромную силу. И тогда, когда все желания уходят из сердца, все материальные желания, которые были в сердце, когда они все уходят полностью, то тогда на санскрите вот джархи, тархи, эти слова, значит, как только тогда, как только вот она избавится от всех желаний, то она обретет силу Верховного Господа. Почему обусловленные души очень слабы, очень бедны? Почему эти обусловленные души очень слабы? Какова причина? А почему гуру вайшнавы очень могущественны? Какова причина? Единственная причина в том, что у гуру вайшнавов нет никаких посторонних желаний в их сердце, и поэтому они очень могущественны. Они все время служат Верховному Господу непрерывно, и поэтому они обретают такое могущество. А обусловленные души не могут избавиться от материальных желаний. И вот, и может быть, кто-то знает санскрит, может запомнить веданту, веды и все остальное, но если его сердце осквернено различными желаниями, камой, то эта кама она не позволит ему прогрессировать. Это осквернение, из-за которого такая душа не сможет прогрессировать. Но по милости гуру вайшнавов мы можем запросто избавиться от влияния майи. Это не такая проблема. И на самом деле я хочу сказать, что сила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур, сам Шрила Прабхупад, он полное проявление Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он полное проявление Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. А почему? Поскольку в сердце Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, если вы не слепы, вы можете увидеть, что все великие вайшнавы, они, наша гурва, предыдущая Гаудия Гурварга, она присутствует в его сердце. Они все там, можно найти, что они собрались в сердце Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати, и поэтому я хочу сказать, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он полное проявление Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, поскольку можно найти его в сердце Шрилы Прабхупады, и вся Гурварга, она находится там. И вот в один из дней я говорил, что на собрании Камсы или Джарасанхи мы не можем надеяться, что вайшнавы там обретут какой-то почет, поэтому не беспокойтесь, поскольку сейчас чистые гуру вайшнавы, они не могут получить должное уважение в каких-то местах. Конечно, гуру вайшнавы, они не привязываются к этому почету и уважению. Я вообще говорю, что сейчас мы не можем надеяться, что гуру вайшнавы могут обрести какое-то уважение в каком-то обществе. А настоящее почтение, уважение не могут получить от Нитьянанды или наши предыдущие гурварги. В тот день я говорил, это было указание Брамы своему сыну Нараде. О Нарада, я говорю о Бхагават-таттва-вигьяне, но не пытайся злоупотреблять этим. Шрила Прабхупада также все время говорит, те, кто пришли в Гауди Матх с желанием злоупотреблять божественным знанием, которое есть в Гауди Матхе, то у Гауди Матха не может быть и нет никакой связи с ними. Они не могут иметь никакой связи с Гауди Матхом. Гауди Матха — это не какая-то дешевая вещь.
И мы не можем ожидать, что мы, кто-то живет в Гауди Матхи или Ачарья Гауди Матхи, никто не может заявлять так до тех пор, пока он не будет в полном соответствии с учением Шрилы Прабхупады. Конечно, какие-то глупые люди в мире могут таким самозванцам давать титулы, как Джагадгуру и прочее, но это зависит от тех людей, мы не думаем об этом, это к нам никакого отношения не имеет. Они могут титул раздавать всем подряд, это не наше дело. Но суть в том, Шрила Прабхупад снова и снова говорил, что те, кто не получил Вайкунтха Авеш, и если у нас нет вдохновения Вайкунтха, и поскольку идеальный совершенный ачарья почувствует вдохновение, которое даст ему Вайкунтха, подобно Jatha Mudira Madandho. After drinking too much wine, you cannot keep, you know, your footstep properly on the ground. You know, your body is shaking. It is written, same example given. You are going to drink the Krishna Prema while after drinking and drinking and drinking. И вот когда мы обретем Кришна Прему, то мы почувствуем какое-то что-то похожее на опьянение. И как Нитянанда Махапрабху, когда говорит о Нитянанда, о Госай, Нитянанда смеется, Нитянанда, он подобен. Он чем-то похож на пьяного человека, а пьян он, Кришна Према Амриты. И это Кришна Према – это наилучшее, что может обрести Дживатма, если ее удача, конечно, ей позволит. Сегодня большая опасность. Мы не можем надеяться, что Дживатма может избавиться от Майи. Как мы можем надеяться на это, поскольку каждую часть секунды Майя, она ловит нас в свои сети, и как мы можем помочь им избавиться от этой Майи? У нас искренность должна быть. Вначале всего, если нет искренности, мы не можем надеяться. Как мы можем надеяться, что мы не настолько глупые, чтобы весь материальный мир слушал такую мощную харикатху? Не все могут понять это, осознать, поскольку у многих склонность к наслаждению присутствует. Даже харикатха и харикиртан, многие люди хотят использовать это как предмет своего наслаждения. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и вот те сахаджи, они ходят туда-сюда и поют вот о Радха Говинде. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, мы не позволяем таких сахаджийских киртанов. Если они прекратят свои киртаны, это хорошо. Поскольку мы не должны позволять ситуации деградировать все ниже и ниже. Почему сахаджи хотели напасть на Шрилу Прабхупаду в Пуршоттам Даме? Почему они хотели убить Шрилу Прабхупаду? Почему те сахаджи из Навадвипы не хотели убить Шрилу Прабхупаду? Что плохого он сделал? Ничего плохого он не делал, только потому, что Шрила Прабхупад хотел говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, стоя на абсолютной платформе, и в этом его была главная вина, по мнению сахаджи. That's
И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, чтобы спасти его, он отправил его во Враджапатан, в Майпур, чтобы он начал свою Харинам Ягью, миллиард святых имен повторял. И в этом главная проблема сейчас, что никто не хочет слышать об абсолютной истине. Даже некоторые хотят использовать Харикатху и Харикиртан для своего наслаждения. Но это запрещено. Мы не можем доказать, что мы совершили Гуру Севу. Это невозможно. Если кто-то совершает Гуру Севу или совершил Гуру Севу в своей жизни, нельзя сказать, что совершил Гуру Севу, поскольку Гуру Сева, она вечна, она продолжается, она не должна прекращаться. И тот, кто совершал Гуру Севу, он будет продолжать и никогда не закончит Гуру Севу и начнет Лагу Севу. Такого не может быть. То есть человек, который совершал Гуру Севу, Лагу Севу, он уже в дальнейшем не может совершать. И вот тот, кто получил вкус к Гуру Севе, он никогда не оставит ее. А те, кто используют Гуру Севу в качестве инструмента получения лабхи, пуджи и пратиштхи, я не говорю о них, они будут обмануты майей. Те, они хотят обмануть людей, но сами будут обмануты майей. И вот Гуру Сева – это не шутки. И те, кто под именем Гуру Сева стремятся к лабхе, пуджи и пратиштхи – это не настоящее Гуру Сева. Без каких-либо корыстных интересов, если мы совершаем Гуру Севу, то мы, несомненно, обретем силу. Нет никаких сомнений совершать Гуру Севу и наслаждаться Гуру и Вайшнавами – это разные вещи. Гуру Сева и Гуру Бог – это не то же самое. Это противоположное. Но глупые люди, они не понимают этого. Шрила Прабхупад говорит, как люди стремятся куда-то в неправильном направлении. Они глупы, говорят, что кто-то много Гуру Севы в жизни совершил. Это глупо. Если кто-то совершил Гуру Севу вообще в своей жизни, то... Но каков же результат? Шрила Прабхупад говорит об этом. Не гневайтесь, если вы придете ко мне, я покажу слова Шрилы Прабхупады. Бхактивинода Тхакура, Шридхара Махараджа и Шрила Кешава Госвами Махараджа, вы не можете спорить со мной. И вот почему они идут каким-то негативным путем. А почему они гневаются, поскольку такие слова против настроения и деяний таких людей? И такая харикатха, она против этих людей, поэтому они гневаются, но они не могут доказать, что это вне шастр, что это не сказано Шрила Прабхупадой или Бхактивинода Тхакуром. Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур говорит, что если такие сахаджийские киртаны прекратятся, то это хорошо. Но мы не можем позволять ситуации деградировать. Какие-то ачарьи говорят,
что мы можем... Вы говорите о каких-то возвышенных лилах, чтобы избавиться от вожделения, но это неправильно, это оскорбительно по отношению к рупе Госвами Пада, поскольку они отвергают постепенное развитие души в Харибаджане. Вот как в этой шлоке Адау Шрадхата Тусаду Санга, они цитируют Вишванат Чакравати, но как они поняли, они понимают превратно. Если бы вы поняли настроение Вишванатха Чакравати Пада, то вы пришли бы к Шридхара Махараджу или к Шри Кешаве Махараджу, а объясняете все своим каким-то образом неправильным. Однажды какой-то глупый сахаджи, он хотел объяснить Раса Панчадьяю перед Горкишору Дас Бабаджи Махараджем. Он такой самозванец, пандит, просто хотел прославиться. И вот он как-то пытался жить рядом с Гуру Кишору Дас Бабаджи Махараджем, чтобы показать всем, как он и тот его любит, как там отношения, какие близкие у него и прочее. А, к сожалению, можно видеть достаточно часто такие явления, что люди приходят, как-то живут с великими вайшнавами, чтобы стяжать их славу, и потом на праздник говорят, насколько дороги они были тому или иному вайшнаву. И такие люди хотят доказать, что это только чтобы получить пратиштху. А почему бы не подумать нам снова и снова, сколько любви мы дали нашему Гурупад Падме, какое чувство у нас есть к нему. Вы должны спросить свой ум, ваше «Я», что вы сделали для Гуру Вайшнавов, чем пожертвовали в своей жизни ради них. Вы должны подумать об этом. А многие заняты только сбором лапхи, пуджи и пратиштхи. И вот этот так называемый пандит просил Горкишу Рабабаджи Махараджа, говорил, что хочет прочесть ему вот эту Раса Упадьяю, поскольку тот пандит и все знает. И вот он снова и снова просил его, и Горкишор Дас Бабаджи Махарадж разгневался однажды и сказал, что иди к месту, где стоят проститутки, читай там, это лучше будет, поскольку у меня нет адхикара слушать Раса Панчадьяй. У меня нет права, находясь в этом материальном теле, слушать это возвышенное писание. Но, к сожалению, за такими лицемерами следуют какие-то люди. Я пытаюсь как это как-то предотвратить, показать, что и что, но я не могу остановить вас. И как это возможно для меня? И первое то, что если я говорю таким образом, некоторые люди думают, что я их враг. Можно Камсу вспомнить, что он убеждал всех, что Кришна не нужен. Мы должны жить без Кришны, Гуру Вайшнавов. Тоже не должно быть храмов, тоже без них проще все.
и вести себя не умеют, и поэтому лучше избавиться от гуру вайшнавов и Бхагавана заодно. Это философия этих майвади, имперсоналистов. Если у нас есть какая-то человечность, мы должны думать, размышлять о том, насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. Настоящий, подлинный проповедник, он всегда сталкивается с противодействием, поскольку люди часто нападают на него, атакуют как-то. Подлинный проповедник, нет никакого беспрепятственного способа проповеди абсолютной истины. Харидас Такур, он хотел говорить о славе Харинама, на него напали, атаковали. Шьямананда Прабху, Шринивасачарья тоже. Много было препятствий. Шрила Прабхупад тоже встречался с таким противодействием. Все хотят как-то напасть, остановить чисто гуру вайшнавов, убить их. И но все равно, несмотря на такое противодействие, все равно какие-то люди, они будут следовать и слушать. И это успех Гур Кишор Дас Бабджи Махараджа и других преданных, когда обычные люди не хотят их слушать, поскольку у них будет больше времени для собственного баджана. И сейчас все знают имя Гур Кишор Дас Бабджи Махараджа, его характер, его отреченность. Кто не знает Шрилу Бхактивинода Такура? Шрила Бхактивинода Такура никогда не ездил в западные страны, Сваруп Госвами и все остальные, но весь мир знает о них, поскольку этикет Ачарон, настроение служения — это главное в проповеди. Если у нас есть настроение служения, если у нас есть ништха, если у нас есть подлинный идеализм, мы знаем сиддханту, то автоматически бхакти. Вот кто-то может говорить, что есть бхакта какой-то, но сиддханта не знает. Это не может быть такого, это слова глупых людей. То есть если преданный, он не может не знать сиддханты. Может, он на каком-то языке не может это выразить, но сиддханта, она связана с бхакти-деви, это автоматический фактор. Если есть бхакти, но нет сиддханты, это не может быть так. Мы не можем даже ожидать такую аккуратность сиддханты от каких-то великих пандитов, то, что мы получили от Шрилы Гур Кишор Дас Бабджи Махараджа. Один за одним я могу рассказать. Шрила Гур Кишор Дас Бабджи Махарадж, он хотел обмануть обычных людей, материалистов. Вот он уходил, закрывался в туалете. А почему он так делал? Шрила Гур Кишор Дас Бабджи Махарадж хотел показать, доказать. Он хотел буквально не хотел видеть этих людей, неважно в какое положение они занимают в этом мире, но он в общем, не хотел видеть никаких материалистов.
I cannot do Hari Bhajan. There is a strong grief expressed by Gurkisa Bhajima. И Гуркишода Бабаджи Махарадж очень сожалел, что не может совершать Хари Бхаджан. И однажды Матаджи ему сказал: смотри, будь осторожней, там змея. А у него зрение не очень хорошо было. И спросил: где же змея, где? Да вот-вот тут, вот чуть-чуть не наступил, она ж укусит тебя. Почему вы туда там ходите, не трогайте? И Гуркишвардас Бабаджи Махарадж сказал, что я хочу, чтобы змея укусила меня, поскольку я не могу совершать Хари Бхаджан. Как я могу поддерживать свое материальное тело? Я бесстыжий. Как я могу поддерживать свое тело? Я хочу, чтобы змея укусила меня, это хорошо для меня. И это настроение Гуркишвардас Бабаджи Махараджа, но все же мы настолько горды, что это настроение не меняет наше сердце, мы настолько падшие. И Вишвана Чакравати Пад приводит пример. И Шрила Прабхупада также говорит, мы должны буквально наша Харикатхана должна быть подобна динамиту, чтобы растопить сердца материалистов. И тогда этот их железное сердце растает, и когда их сердца размягчатся, тогда они могут принять эту сиданту. Шрила Прабхупад говорит, мы должны буквально кидать динамит Харикатхи. Может, кто-то может как-то говорить, что Гуру Вайшнава беспокоит всех. А, точнее. Ну, какие-то люди утверждают, что Гуру Вайшнава одни беспокойства в храмах приносят. Но это глупые люди очень. Они, которые предпочитают, чтобы в храмах были какие-то бандиты. Шрила Прабхупад говорит, что если вы не можете защитить всю сиданту, то вы не должны говорить о себе как ачарьи. Это главная обязанность участников Гаудия Матха прекратить, помочь исправить такое текущее неправильное положение дел. Сейчас на каждом шагу политика. Если какие-то преданные хотят заниматься политикой, то пускай идут и занимаются. Не нужно осквернять Гаудия Матх этим. И вот Шрила Прабхупада, он пример приводит. Если кто-то совершал гуру-севу, то результат будет говорить сам за себя. Но если мы видим, что человек в обусловленном состоянии, то что же за гуру-севу он совершал? И как же спасти таких людей? Шрила Прабхупада говорит, как я могу понять, что это вот дерево манго или еще какое-то. Мы не можем ожидать, что на дереве манго будут расти кокосы и наоборот. И как же понять, что за дерево? По плодам. Непрерывное служение можно обнаружить в жизни Гуру Вайшнавов. Оно подобно потопу. Подобно этому наводнению можно увидеть, как Харикатха исходит из их уст непрерывно. Не какие-то непонятные изречения, а
произведенные на фабрике их ума, а именно Харикатха. И вот вокруг очень много осквернения, может, даже в следующие 500 лет мы не сможем, вот то, что вся Гурварга ушла, и что с этим делать. Мы хотели обмануть их, и они обманули нас в итоге. Это автоматически происходит. Шрила Прабхупад говорит, мы можем понять, видя результаты, если вы видите, что нет. У Парамхамса Гурудева есть такие великие качества, но сейчас, если у Гуру нету качества, можем ли мы говорить, что он Гуру? Имеется в виду тот, кто занимает пост какой-то следующий. И вот достаточно давно, лет 25 назад, группа людей из одного большого общества, они пришли к Гуру Махараджу. Я был в офисе в то время. И вот они пришли и говорят, что мы хотим обсудить с вашим Гурудевом то, что сегодня Ачарья, ритвическая процедура должна быть или нет? Ну, то есть можно ли процедуре ритвиков следовать? И вот они спросили, что вот про систему ритвиков, но Шрила Прабхупад никогда не говорил об этом. Even at the time of Guru Padma, somehow it was maybe 90%, 80% he was in line. But after Gurudev gone, then growing Anna Vilas more and more, now totally together from the attack of Guru Padma and Prabhupada. И вот если какой-то человек, даже выбранный ачарья, отклонился от пути, то как можно считать его ачарьей? А выбранный ачарья, тот, кто следует полностью Гурудеву без остатка, он должен следовать. И если он подлинный ачарья, то все качества Гурудева, они должны явиться в его сердце, а если нет, то значит, какое-то лицемерие там и нету подлинности. И вот, если после ухода Гуру Падмы какой-то выбранный ачарья отклоняется от пути Гурудева, то нельзя его в таком случае считать авторитетным ачарьей. Это неправильно. И вот таким образом, смотрите, Шрила Прабхупад хотел сказать то, что обычные люди не понимают. Они думают, что мантра значит какой-то так называемый гуру может сказать какую-то мантру нам в ухо и все. На Бенгале вот так это называется, что имеется в виду мантра, которая не имеет силы, это не мантра, а просто звук какой-то, просто пху. И вот в этой шлоке говорится, в читании Чайтамрити в отделили антилили, точнее, 192-193 эти стихи. И Вишванат Чакравартипад объясняет. Пракито дехендриядинам эво бхакти сансаргена апракитаптям спаршо моним наим наиво садху буддхямахи Ачинто сактя бхакти уподешо кало эва тасьо гуна титани дехендрио мананси мая бхакти махатмо даршанартам авакшитамева сриджанте митва бхутани тани
И вот это значит, что подобно тому, Вишна Чакравартипад говорит этот пример. Как колокольный металл благодаря химической реакции может стать золотом, это возможно с помощью алхимии. Ученые, они говорят, почему бы и нет, если мы можем изменить молекулярную структуру железа, то и остальное тоже может измениться, как вот радиоактивные элементы, они как уран, плутон и прочие, они меняются со временем. И вот через долгое время они могут деградировать и поменять свою радиоактивность и структуру. И таким образом может быть такая реакция, которая неизвестна нам. И вот Вишвана Чакравартипад хотел сказать, this way, if actual diksha is there, how we can understand? How we can understand your actual diksha dham? И таким образом, если произошла настоящая дикша, а как это понять? Это не шутки. У нас должна быть такая чувствительность. Как мы можем узнать, что мы получили посвящение у чистого гуру Вайшнава? Гуру Вайшнава, каковы признаки? После того, как дикша совершилась, то вы постепенно, не постепенно, сразу же почувствуете. Если ваше самопредание во время дикши было совершено, то вы почувствуете, что у вас все поменялось, и вы почувствуете настроение служения, желание служения вы почувствуете, а Пракрита Бхава явится. И постепенно вы разовьете такое чувство, что весь ваш ум и другие органы чувств, они захотят быть заняты в Бхагавад-севе всегда. Шрила Прабхупад говорит, Махапрабху много раз уже говорил, что те, кто развили огромную любовь к Гуру Вайшнавам и Харикатхе, то будьте уверены, это их последняя жизнь. Если вы чувствуете огромное влечение к чистой Харикатхе, к Харикиртану, к чистым Гуру Вайшнавам, и никакого лицемерия и двуличия нет у вас, то это может стать вашей последней жизнью, и вы достигнете духовного мира. И как же понять, что вы получили посвящение? После совершенного посвящения вы чувствуете какое-то изменение в вашем сердце. Вы почувствуете какое-то влечение к трансцендентному гуру Вайшнавам, Нами, Даме, и сразу вы почувствуете желание служения. Вы хотите совершать больше и больше служения гуру Вайшнавам и Бхагавану непрерывно. Материалисты не могут обнаружить, что кто-то вот получил посвящение. Вот еще, если такие материалисты даже получают посвящение лет 20 назад, но не понимают, кто чистый и преданный, а кто нет. Материалисты не могут понять, что Гокишодас Бабаджи Махарадж чистый и преданный. Они очень привязаны к своей материи и всегда какие-то аргументы находят. Вот. Полчаса назад я сказал, как один так называемый вайшнав, он хотел показать, что он великий пандит. Он хотел получить одобрение от Гуркишордас Бабаджи Махараджа. И, к сожалению, много людей таких находятся, которые хотят получить одобрение от Шилы Шридхара Махараджа или Шилы Кешава Госвами Махараджа.
Гуру Вайшнавы, они всегда говорят, ну не всегда, иногда говорят так, чтобы обмануть нас. Гуру Вайшнавы, они могут хвалить кого-то, чтобы обмануть такого человека. Когда Гуру Вайшнавы, они прославляют вас, то будьте уверены, это очень плохой день. Шрила Прабхупад говорит, я не хочу иметь такую удачу в своей жизни, чтобы я слышал прославление, свое прославление от Гуру Вайшнавов. Это плохо. И я не хочу иметь такой неудачи в моей жизни. Чтобы Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж хвалил меня, я не хочу слышать этого. Таким образом он обманет меня. Они хотят проверить нас, сколько пратиштхи, сколько надежды на что-то у нас есть в нашей жизни. И кто-то хочет попасть в... И вот кто-то хочет попасть в огонь пратиштхи, и они это получают. Как Нарада пришел к Камсе. И сказал, вот родится скоро ребенок, который убьет тебя. И Камса пошел убивать этого ребенка, но его переубедили, что сказали, жди девятый или какой там восьмой убьет, а тут только первый родился, поэтому жди, пока восьмой родится и восьмого убьешь, а этих первых семь не трогай. А Нарада пришел и сказал, что что ж ты делаешь, может полубоги наоборот считают. Может, они сзади считают, начали вой. То есть этот первый восьмой может быть. Вот он его одурачил. И так очень просто одурачить людей, которые стремятся к пратиште, к славе, почестям, уважению. И вот таким образом Камса был обманут Нарадой. Нарада, он хотел ускорить эту... ускорить эту лилу, чтобы этот Камса, олицетворение греха, побыстрее умер, побыстрее погиб. Не думайте, что Нарада такой бессердечный. Нарада, он очень милостивый. Он хочет спасти весь мир. Даже Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, они говорят так. Люди они одобряют тех, кто похожи на них. Но нас с вами люди не одобряют. Одобряют тех, кто так или иначе похож на них. Как в этой пословице говорится, что птицы одной породы летают вместе. И вот гуру Вайшнавы, они тоже могут обмануть кого-то, кто очень уж так стремится к славе, к почестям. Эти великие ачарьи, подлинные вайшнавы, они очень осторожны, они могут чувствовать и очень чувствительны, они могут чувствовать ваше сердце, если вы даже находитесь тысячи миль вдалеке. И вот если какие-то люди имеется в виду, какие-то ачарьи не уделяют должного внимания и не уважают Шрилу Прабхупаду, Гауди Матхи и прочие святые вещи, то они могут дать им такой титул, чтобы ускорить эту процедуру, имеется в виду процедуру их падения.
и вот чтобы они показали свое истинное лицо. Посмотрите на Сиддханту Шрилы Прабхупады и подумайте, насколько мы отклонились от его пути. Шрила Прабхупад говорит, I don't like to develop that kind of bad luck. I never like to develop that kind of bad luck. So that I need to hear my own glory from the lotus feet of. И вот я никогда не хотел иметь такой неудачи, чтобы слышать о своей собственной славе от Гуру Вайшнавов. Если Гуру Вайшнавы будут хвалить, прославлять меня, то это плохо, я не хочу этого слушать. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, Прампуджапад Шрила Кешава Госвами Махарадж, мой Гурупад Падма говорит, люди настолько глупы, то, что нет. А глупые люди хотят то, чего нет. А имеется в виду, хотят то, чего нет в каком-то конкретном месте, они стремятся к этому. We are always busy to get, you know, enjoy or getting false pratishtha. We are habituated. It is chronic disease. Люди привыкли получать какую-то ложную пратишту. Это наша хроническая болезнь, что мы хотим получить какую-то ложную пратишту. Чтобы люди прославляли нас, дарили нам гирлянды и, к сожалению, сейчас такая ситуация. Еще можно видеть, что люди получают дикшу от какого источника? А вообще для чего получать дикшу? Для того, чтобы обрести Кришна Бхакти и избавиться от материальных обусловленностей. А если люди для других целей получают дикшу, то они, естественно, что попадают на какую-то горячую сковородку буквально. И, то есть туда, где одни проблемы и никаких дикш не бывало никогда. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что люди настолько глупы, что ожидают получить то, что из тех мест, где этого никогда не было, не будет. Кто-то может говорить, что мы критикуем кого-то, но что такое критика? Когда гуру вайшнавы говорят харикатху и хотят показать абсолютную истину, то это совершенно не критика. Не пытайтесь злоупотреблять этими словами, этой цитатой Шри Чайтанья Чаритамриты. И вот в этой шлоке говорится, что умом, телом и речью мы не должны причинять боль никому, но Гуру Вайшнавы, они могут это сделать, они могут выгнать нас, и смотрите, изучите Упанишады. Пример с Упаманью, его выгнали. Как Гурудев относился к Упаманью? Поскольку он хотел дать ему прямое чувство, которое было в его сердце, чувство служения. Мы думаем, что мы очень хитры и
можем делать какое-то служение на показ. И потом хвастаться им всю оставшуюся жизнь. И иногда люди даже думают о таком человеке, что он великий севак Гуру Падме и очень уважаем. Если вы хотите совершать Вани Севу, то какое именно служение? Мы должны совершать Вани Севу, но так как, но служение мы должны совершать так, как Гуру Вайшнавы говорят нам. Можно сейчас видеть, что людям тяжело читать большие книги, очень заняты, работают там или еще чем-то заняты, и не могут попросту читать какие-то большие тексты, как обезьяны стали. И терпения никакого нету, чтобы просто взять, изучить большую книгу и... И вот мы решили писать какие-то такие краткие изречения, какие-то краткие цитаты, чтобы современным людям было проще. И таким образом, если мы будем помогать Гуру Вайшнавам в их служении, то мы освободимся от самсары и получим вдохновение. Хотя, может, Гуру Вайшнава физически нет с нами, но вдохновение мы можем получить. Как, например, Гурудев ушел, но посмотреть на жизнь того или иного Гуру Вайшнава, можно подумать, кто ведет его. Нет никого, кто бы мог контролировать его, но внешне это может быть незаметно. Но есть божественная сила, которая помогает Гуру Вайшнавам и направляет их. Народам Такур плачет, Гурудев ушел, народам Такур плачет. Гурудев, его ушел давно. Прабху Локонатха кабе море лойя жабе, Ширу перо пад падме кабе самарпибе. When I can see that my Guru, когда я могу видеть моего Гурудева Локонатха, когда он возьмет меня и отдаст Шили Рупи Госвами, подобно цветам, когда он поднесет меня лотосным стопам Рупа Госвами. И вот он молится такими словами. Когда мой Гуру Падма сможет поднести меня, как Пушпанджали, лотосным стопам Рупа Госвами Пада. Когда я могу развить такую уникальную любовь, такую уникальную возможность, уникальную удачу, сейчас я хочу достичь того уровня, когда у меня будет такая удача. Что Нармасакхи, они будут руководить мною. И вот Наротам Такур плачет и говорит, что я очень глупый Рагануга Бхакта, что не могу ничего почувствовать, настолько материален я, думая о каком-то материальном положении, материальной славе, о богатстве. Наротам Такур говорит, когда я могу обрести ту удачу, чтобы Прия Нармасакхи, они ругали меня, что я делал, что ты делаешь, это не сева, делай то и то. Я хочу развить такую удачу.
И когда у нас будет такая возможность, как у Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупад хотел сказать нам, даже 24 часа в сутки, в сутках недостаточно, чтобы говорить о Рупе Санатане, Вишвана, Чакравати Паде и прочих вайшнавов. Даже во сне мы должны говорить и слушать Харикатху. И когда эта золотая возможность, она придет в нашу жизнь, я жду этого. И это зовется совершенным состоянием, успехом в баджане. Пытайтесь понять это, не гневайтесь. Если вы разгневаетесь на меня, то никакого блага не получите. Материалисты очень горды, что они даже оскорбляют гуру вайшнавов. Как нам может быть какой-то гуру и вайшнав сидит на полу, а какой-то гордый человек сидит где-то выше? Но это оскорбительно. Как Шрила Бхакти Валабхатхирта Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Веданта Вамана Госвами Махарадж, они никогда не позволяли себе такого. Если они видели, что их асана даже на сантиметр выше, чем то место, где сидят старшие, они сразу же оставляли это место и садились ниже. Кто-то... Я могу... И вот сейчас я хочу обсудить нечто. Однажды один глупый человек, который хотел доказать, что он Бхагават Ачарья, он гордился, что он может объяснять Бхагаватам, он хотел получить одобрение от Горкишвардас Бабаджи Махараджа, сказал, пришел и сказал, что я могу читать Панча Удьяю вам. И вот сердце Парамахамса, оно очень чисто. И если мы что-то негативное думаем, они сразу увидят это, их видение, подобно рентгену, они могут видеть наше сердце. И вот Горкишвардас Бабаджи Махарадж говорит, что мне нет права слушать Панча Удьяй. Но тот говорил, нет, я могу прочесть. И в итоге Бабаджи Махарадж разгневался и сказал, что лучше ты иди в какой-то бордель, чтобы читать твою книгу там. И потом он сказал, что вот где этот человек был, нужно выкопать землю, выкинуть ее в Гангу и новую землю с Ганги принести, чтобы очистить это место. И этот глупый человек and in front of Gopisar Bhajima speaking, actually it is a water was of Brahman and И этот же глупый человек, он this Vaishnav Charanamrita is putting his own leg. Он однажды помыл ноги в емкости с водой, потом принес эту воду и говорит Горкишвардас Бабаджи Махараджу, что вот тут вода, мыша, стопы браманов, никто не хочет пить ее, она пропадает. И Горкишвардас Бабаджи Махарадж сказал, давай я выпью. И вот он выпил весь тазик. И вот смотрите, пытайтесь понять, как ситуацию, эту ситуацию, которая была. Если это недостаточно, то лучше уйти. Посмотрите, как гуру вайшнава, какой пример они дают нам. Как они пытаются помочь нам избавиться от нашей тщеславия.
Но многие думают, что Пратиштха, слава, почесть – это главное, а Горги Шурдас Бабаджи Махарадж и другие преданные, они специально, они такие ситуации показывают, чтобы люди думали о нем как о каком-то нищем. И вот гуру вайшнава они являют такую лилу, чтобы люди думали, что они бесполезны, как Шукадев Госвами. Он всегда хотел показать себя как совершенно бесполезного человека, даже без копины ходил полностью голым. И вот Парамахамса Ачарья Шрила Шукадев Госвами. Никто не мог понять, что он Парамахамса, что он великий вайшнав. И поэтому Кришна Дас Кавираж Госвами хотел сказать, для кого, ради кого я боюсь открыть все эти секреты баджана. Если кто-то, ну какой-то недостойный человек не поймет, то это очень хорошо. Как верблюды, они питаются колючками, если найдут какую-то хорошую траву, то они не едят ее, а едят колючки и кактусы, которые никто, кроме них, не ест. И Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что они преданные, они подобны таким верблюдам, которые едят одни колючки. If at all he is not going to understand, he is blind, then what wrong in it? Okay. Then Paramahamsa, you know, those who are swan, hamsa. И Парамахамсы, вайшнавы Парамахамса, не подобны лебедям. И вот насколько опасна Пратиштха. И вот смотрите, этот человек настолько опустился, что что он не знал, куда деть воду, которую омыл свои ноги, и дал ее Горки Шурдас Бабаджи Махараджа. А Горки Шурдас Бабаджи Махарадж хотел показать, что все материалисты и демоны могут прийти и испражниться на него. Он дает им такую возможность. Пускай они думают, что он очень беден, нищ, но они не знают Нитянанда Баларам. Они есть, если мы что-то сделаем неправильное в адрес Гуру Вайшнава, то так или иначе Нитянанда, он убьет нас. Не все знают об этом, так или иначе он Нитянанда, он сделает что-то, он убьет такого человека. Мы не сможем понять, но чистые Гуру Вайшнавы, они все видят, что кто-то уходит из этого материального мира, поскольку он был против Гуру Вайшнавов и Нитянанда, он убил его. Нитянанда Баларама, они контролируют бесчисленные вселенные, даже самого Кришну контролируют. И если кто-то делает что-то против Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, то посмотрите на их жизнь, на последствия этого. Можно увидеть, что все у них разрушено. И вот Пратиштха – это самое опасное. Мы можем оставить все. Мы можем оставить все, камини канчана. Но это практически невозможно оставить Пратиштху. Пратиштха – это такая хроническая болезнь, я уже говорил, даже борцы за свободу, когда хотят отдать свою жизнь ради Родины, то это тоже Пратиштха, тоже стремление к славе и к почестям. Ученые, которые открывают что-то, они... Можно подумать, что такие ученые делают все для всего мира, но все же в тонкой форме
можно доказать. И Гаудия, у них очень такой тонкий даршан, они могут показать его, Махарадж, смотри, у вас тоже Пратиштха, Дарвин, когда он в последнее время своей жизни, когда он уходил с этого мира, он признался, что потерял вкус к своей жизни, но все же. И вот но он тоже вот стремился к славе, когда кто-то заявляет, что ему не нужна никакая пратиштха, это тоже пратиштха. Тот, кто заявляет, что ему не нужна слава, это тоже стремление к славе. Как майявади, они говорят, что им ничего не нужно. Но даже от Кришны отказываются, от великого сокровища, чтобы показать, насколько они отреченные, настолько велики, что они самые отреченные из всех отреченных, даже от Кришны отреклись. Но такие люди, они в ад попадают, поскольку их положение очень высоко в скобках в отречении. И вот и можно видеть, что те, кто заявляют, что им не нужна пратиштха, не нужна слава, то они стремятся к большей славе. С помощью внешнего отречения, внешних действий каких-то они показывают, пытаются доказать, что им не нужна никакая пратиштха, но стремятся больше всех к ней. И те, кто не... Те, кто ненавидят женщины деньги, то можно видеть, это приносит двойные проблемы в их жизни. Что если кто-то матаджи, то в чем плохого в этом? Это не повод их ненавидеть. И вот такие вот брамачари, они, как правило, получают двойные проблемы. Шрила Прабхупад много раз хотел сказать об этом. Много случаев из Гаудия Матхи я могу рассказать, но времени мало, и вот если времени больше будет, я в дальнейшем расскажу по вашей милости. И вот если у меня есть какая-то негативная склонность к женщинам, это значит, какая-то слабость в сердце есть. Мы должны быть беспристрастны. И вот весь мир. Кто-то хочет, вот в каких-то X и Y миссиях, люди хотят доказать, что они великие саду, и глупые люди, они верят этому. Coming in front of that sadhu, you are married? Yes. Hey, cha, you already married? Yeah. You already have one baby? Yeah. You have your own baby? Yes, I have. Then okay. How we can do bhajan? Idiot number one. Whole one idiot. They don't understand what is devotion. И вот, в общем, такие так называемые саду, всяких X и Y миссиях, они проповедуют всякую майяваду и говорят, что если кто-то живет в семейной жизни, то как же баджан совершать? Ну, в общем, всякую ересь проповедуют. I can prove how idiot those people whole world running. And some member
И вот как, и какие-то представители этого майвадского общества в Америке лекции давали. И говорят, сестры, братья, американцы, вот все хлопали. Хотя если почитать его обращение к публике, то одни глупости там. Но материалисты, они хлопают такому человеку. Они не могут понять, кто такой Шрила Прабхупад. Если они даже тысячу раз родятся здесь, то они не могут понять, кто такой Шрила Прабхупад. Но они одобряют этого Майвади. А почему? Поскольку он как-то похож на них, похож на их настроение и прочее. И как такие люди могут одобрить Шрилу Прабхупаду или Бхактивинода Тхакура или Кешава Госвами Махараджа? Как можно ожидать, что тысячи людей будут слушать мою харикатху? Если так кто-то слушает, я готов принять пыль с его лотосных стоп. Я готов поклониться такому человеку, который слушает харикатху. Я не могу ожидать, как это для обусловленной души возможно слушать такую харикатху, и поэтому я приношу поклоны такому человеку. Будьте уверены, я не говорил лжи. Кто может слушать такую харикатху, которая выставляет вас в подлинном свете, чтобы вы смогли начать подлинный харибаджан? Не должно быть никакого покрытия лабхи пуджи, пратишти, ани абхилаша, ничего не должно быть. И тогда мы сможем начать харибаджан. Гуру Вайшнавы, подлинный Гуру Вайшнавы сначала нас буквально разденут от всех неблагоприятных покрытий, посторонних желаний и всего остального. И жизнь Гуру Вайшнавов такова, что можно видеть часто, что их выгоняют отсюда и оттуда. И иногда кто-то увидеть даже хочет, поскольку они говорят об абсолютной истине. Они хотят буквально прооперировать наше сердце, и поэтому они не могут быть популярны. Но мы должны понять, какое великое, что они принесли в жертву своей жизни. Такие люди, они могут наслаждаться популярностью, но им не нужно это все. Они посвятили свою жизнь Харикатхе и Харикиртану, Верховного Господа, их цель в том, чтобы Верховный Господь Гуру Хари Санкиртана Пита, отец Санкиртана, был доволен. Они не делают ничего для себя, но обычные люди очень глупые и не понимают этого. Они даже не могут определить, кто чистый вайшнав, а кто нет. Однажды один немецкий преданный, он совершает служение со мной. Он сказал, что я как детектив определяю, кто есть кто. И вот если у меня есть Ачарон, то тогда ваши замечания такие, они хороши. Если нет Ачарона, то можете говорить, но я не... Но мне неудобно будет, поскольку у меня нет Ачаруна, я пытаюсь на 100% утвердиться в Ачаруне, который показан Шрилой Прабхупадой, Бхактивинодом Тхакуром, утвердиться в их идеализме. Я пока не вайшнав, но я пытаюсь стать чистым саду, и это моя высшая цель моей жизни. И вот сейчас я хочу объяснить, что те ученые, которые
открывают что-то. Вы можете спорить со мной, что они трудятся ради блага всего мира. Но все же у них есть какие-то желания пратишти. Пратишти — это такое, что после миллионов рождений это очень тяжело удалить этот запах Анабхилаша, пратишти и каких-то посторонних желаний. Поскольку все камини канчана, они находятся в нашей жизни до нашей смерти. Камини канчана, они находятся в нашей жизни до самой смерти. Но пратишта, она настолько глубоко пустила корни, что люди даже после смерти, они хотят, чтобы их имя прославилось в истории, что кто-то вот открывал что-то, что-то делал, исследовал и прочее, прочее. Кто-то гору какую-то открыл, хочет, чтобы гора в честь его называлась. И вот такие люди готовы рисковать жизнью, но лишь бы какую-то славу заполучить. Damayanti cannot live without Nala. It's great topics of love ever seen in human civilization. И вот кто-то говорит, что любовь Рома и Джульетты — это идеал любви, но это для материалистов, а не для гуру вайшнавов. Гуру вайшнавы, они не настолько глупы, чтобы придавать значение этим материальным чувствам. Любое великолепие, которое есть в нашей жизни, все это материальное, оно не имеет никакого значения перед до тех пор, пока это не совершено ради гуру и вайшнавов или ради Кришны, но не имеет подлинного значения. И вот однажды одного борца за свободу приговорили к смерти, и вот он стоял уже у висельницы и пел свою последнюю песню в жизни. «О, моя родина, дай мне разрешение, что я, когда оставлю это тело, я вернусь к тебе, и ты узнай меня, что я твой сын, разреши мне вернуться и служить тебе дальше». И вот он пел такую песню. Так много вопросов приходит. Кто-то спрашивает, что те, кто оставляют жизнь в борьбе за родину, они этими привидениями становятся. Иногда в каких-то национальных песнях есть какое-то нечто духовное, поскольку такие люди, если оставляют тело ради родины, и вот Индия, она какая-то духовная страна, но Шрила Прабхупад хотел доказать это Нетаджи Субхаш Чандра Босу, что весь этот мир, он весь относителен. Мы должны найти какое-то постоянное место на Галуке, а все остальное временно.
и не важно кто. Из этих вот политиков, но все они имеют связь с какой-то материальной пратиштхой. Эта материальная пратиштха очень тонка и очень глубоко погрузилась в нас, что даже после смерти многие хотят прославиться, чтобы люди прославляли их. Material pratishtha, asha, you know, that is why pratishtha is impossible. National song, big kavi, you know, Rabindranath Tagore, they are writing something, or, you know, Vande Mataram written by, you know, one material kavi is not spiritual. Rabindranath Tagore и другой какой-то поэт написал какую-то песню, которую вот пели во время, в процессе освобождения Индии. И много людей, они посвятили свою жизнь ради Родины. Их кровь буквально кипит, когда они видят, слышат эту песню «Ванде Матарам». И Шрила Прабхупад хотел доказать, что мы должны избавиться от истории и аллегории. Завтра я буду говорить об этом более подробно. И вот, даже после смерти мы ожидаем, что люди будут прославлять наше имя. И вот желание пратишти настолько глубоко погрузилось в нас, настолько оно плохо, что мы не можем избавиться от него. И в Бхагаватам говорится там много вещей, но времени мало, и поэтому, если вы показываете преданность, но если это не кевала бхакти, не абсолютная преданность, как-то оскверненная преданность, и тогда мы не сможем обрести удачу. И в этом большая проблема, и поэтому всегда и везде Рагхунат Дас Госвами Пад, он объясняет. И Шрила Прабхупад также говорит в своей поэме «Вайшнаваке», никто не читает, и никакой ачарья не хочет показывать это произведение, они как-то скрывают его постоянно. Они не говорят, что прекратите говорить ваши лекции, и смотрите, что Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур сказали. И лекции многих людей просто какая-то дживахимса под именем Харикатхи дживахимса происходит. Пытайтесь говорить то, что сказал Шрила Прабхупад. Никто не дает наставления. И вот Шанта Госвами Махарадж, он говорил своим ученикам, что мы каждый день должны читать это произведение Шрилы Прабхупады, и там говорится: материальная пратишха, она подобна этим испражнениям этого свиньи. И можно видеть, что эти свиньи, они питаются испражнениями. Это их главная еда, и мы должны, от испражнений мы они нечистые считаются. И вот свинья – это уникальное творение Верховного Господа, то, что она ест то, что, чем испражняются другие. И вот можно видеть, что такие испражнения, которые никому не нужны для каких-то живых существ, как свиньи, очень важно является их пищей. И мы должны открыть глаза и увидеть абсолютную истину, что за
привидение в вашем уме, что оно мешает это сделать на Бенгале. Наши деды говорили, что что те горчичные зерна, с помощью которых вы хотите изгнать привидения, то в них самих привидения находятся. Баба, же шорсе дие ами бхут чарабо, сей шорсе ветор бхут дуке рече. You understand the meaning? You are learning Bengali, foolish number one. Понимаете, вот этот Махарадж на Бенгале произнес, кто-то вот не понимает разницы между Джол Хабар и Хабар Джол, но разница в чем? Вроде похоже то же самое, но нет. Мы должны понять это. Что за завтрак и питьевая вода. И змея еще вот это, три значения. И вот эти горчичные зерна, с помощью которых изгоняют беса из человека, то в этих зернах самих тоже привидение может быть. И все правила переписания этого материального мира по политике. Rules and regulations for you and me, not for them. All big spiritual leader, they making so rules and regulations. И все правила и предписания не для нас. But all rules regulation rules for you and me, because you and me, you are foolish. It's not applicable for him. He's not going to apply these rules and regulation in his life. It's like that parrot, you know, he's speaking, you know. И вот Махарадж говорит, что какие-то ачари, какие-то правила говорят другим, но сами не следуют. И это подобно тому, как в истории с попугаем, который сидел в лесу, говорил, что будьте аккуратны, охотник пришел, сеть поставил, ловушку поставил, если вы пойдете, съедите приманку, то попадете в эту ловушку, охотник вас поймает. И вот он сам попугай попался в эту ловушку и, сидя в ловушке, он говорил всем, чтобы остальные не ходили тут, смотрели под ноги, не ели приманок и не попадались в ловушку. И вот есть такая пословица, что даже демоны могут цитировать Писание, но что толку, какое дело нам от этого, кто этому значение придает. И даже демоны, как Хиранякашипу говорит Харикатху, амба-амба, будь осторожен. Hey, Ambo, life is unstable. This is the situation. Are you trying to understand fast? Foolish number one. You know, this is the situation of life. So, Prabhupada writing, Jorore Potishtha Sukori Vishtha. И вот Шрила Прабхупада говорит, то, что Равана в своей жизни хотел собрать, а я хуже, чем Раван, я тоже стремлюсь к этим вещам. А если кто-то скажет так, то кто будет слушать его лекции? Но Гурупад Падма говорил, какой-то офицер вот спросил у него, что вы так много пишете день и ночь, кто же читать это все будет? Гуру Махарадж засмеялся и сказал, мой сын, я не пишу для того, чтобы прославиться. Это служение, которое дал мне Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупада дал мне вот эту ручку. И до сегодняшнего дня, мне уже столько лет, я пишу. И не для того, чтобы получить славу и почести Пратиштху. Даже если хотя бы одна единая дживатма, она получит благо от того, что я написал. Я знаю, конечно, все не будут читать Гаудию, Саджанатошани и прочее. Но хотя бы если один человек прочтет это и обретет благо. With one picture, nice background, and one small
И вот Шрила Прабхупад говорит, Раван, он стремился к Пратиште, к славе, к почестям, к уважению. Все время он заставлял полубогов подчиняться ему, поскольку он Раван, и все правила и предписания, ну, и имеется в виду, ну, которые он устанавливал, он думал, что это для других, а не для него. И, и сейчас одно из определений свободы то, что каждый считает себя царем и своим собственным правилам следует. И также на пути баджана каждый думает, что он сам царь, и ему не нужно никого слушать и никому следовать. Это наставление Шрилы Прабхупады, чтобы мы говорили об этой абсолютной истине. Может, весь мир обернется против нас, но какое нам дело? Мы не должны прекращать говорить об абсолютной истине. И слушайте вы Харикатху или не слушайте, я не заинтересован в этом. Шрила Прабхупад говорит, каждый день мы должны изучать и понять, кто такой Вайшнав. Не теряйте свое время. У нас... If you look at my leg, it's so dirty. I cannot, you know, wash properly. Cannot take care. No time. Life is going every day. И вот жизнь проходит день за днем, с каждым восходом и закатом солнца наша жизнь становится короче. И вот время и волны, они никого не ждут. И как мы можем совершать саву в это короткое время? Я знаю, жизнь проходит. И поэтому, если у меня есть чувство, я не должен позволить ни секунде пройти зря. Непрерывно. Мы должны совершать служение. Шрила Прабхупад говорит, Шрила Прабхупад пример приводит, и Рагхунат Дас Госвами говорит, и вот Рагхунат Дас Госвами говорит, что женщина низкой касты, те, кто готовит собак, и те, кто готовят собак, едят собак, такие низко, как сказать, внекастовые. И вот Бхарати Махарадж. Эти лесные жители, ну, имеется в виду собак, которые едят, они собаку ловят, они кормят ее как следует, чтобы она наелась, и потом эту собаку бьют до смерти. И потом эту
After the roasting is done, they are going to take it out of fire. They are going to cut the belly. И, в общем, эту собаку потом на огонь помещают, потом режут ее. И, ну, едят. И делают, ну, получается такой, как ее пить, торт из собаки, в общем. Ну, английское выражение такое. И вот история в чем? То, что... Ну, такие низкокастовые люди, которые собак едят, и Рагхунат Дас Госвами сравнивает таких... И вот... Рагхунат Дас Госвами и Шрила Прабхупад, они сравнивают эту пратиштху с испражнениями с свиньи. То есть, смотрите, сами испражнения по себе не так нечисты. И... This stool and urine become a very vital objective of some jivatma. Some small insects. И вот. Ну а есть еще какие-то эти насекомые и прочие черви, которые едят эти испражнения. They are going to take urine and stool. Now try to conceive. They are going to take urine and stool. Again they are going to pass stool. И вот, то есть смысл в том, что животные, когда испражняются, то эти испражнения нечисты сами по себе, а потом еще свинья это ест, то и испражнение свиньи, но насколько скверно, настолько нечисто, то есть вдвойне нечисто получается. И вот это сравнивается с пратиштхой, с стремлением к славе, почестям и уважению. И вот Шрила Прабхупад, они так пренебрежительно, так неуважительно относятся к пратиштхе и к тем людям, которые стремятся к ней. Вот Мадхавинда Пурипат, он убежать от пратиштхи хотел. Как, чтобы никто не узнал о нем, что он такой великий, преданный. И когда Кхирачара Гопинатх украл кхир для него. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто собирают деньги, имя, славу, почести, уважение и ради себя, то и вот если они используют это для своих целей, прямо или косвенно, то тогда Верховный Господь, благослови меня. Sometimes they are going to arrange. Sometimes they are going to arrange their own. Sometimes they are going to arrange their own. Sometimes they are going to arrange their own abhibhaktiti. И иногда такие люди, которые слишком привязаны к пратиштхе, они свою, но организуют какой-то праздник в честь самих себя. И тратят кучу денег на праздники в честь самих себя. They cannot touch Salgram. They cannot touch Salgram. They cannot touch Nishinga Mandir and speak. They're where from that money came? Your collection. But you want to prove that Mataji gave, that the devotee gave, that from America it came. You want to prove that way. But your Guru Vaishnava knows everything. Но чистые гуру вайшнавы не знают, но что такие люди, которые в честь себя праздники организуют, но
это собрано для служения Господа, Господу, а идет на отмечение праздников в честь каких-то обычных людей. Гуру Вайшнавы, они, их видение подобно рентгену, поскольку они имеют милость Нитянанды, и нельзя как-то обмануть их. Если кто-то пытается их обмануть, то они сами обманываются. И моя просьба всем вам, это моя единственная просьба. У меня нет никакой другой просьбы, это моя единственная просьба. Я прошу вас, попросите всех, попытайтесь, делитесь этой харикатхой, говорите о том, что говорил Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур. И те, кто не говорят о Шрила Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуре, то не слушайте их. Мы не заинтересованы в этом. Мы хотим не слушать тех, кто не заинтересованы в учении Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. И это моя единственная просьба. Мы все обречены на смерть. Сколько я буду жить, я не знаю, но как долго я но пока я живу, я буду говорить о славе и об учении Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Кто-то молится о моем благополучии, но что толку мне жить долго в этом мире? Так много негатива разного. И как же получить вдохновение жить дальше, если так много всяких негативных вещей происходит? So, Gaurangaika Gatir Brajasitamati Sigauradhamastiti Sasasaika Vitir Kushanga Virati Dusto Vethaniskriti Sirupaikarati Sanatananati Sijivate Jostuti Shishidhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठी पति वांछ कल्पतरु ऋषि के पासिंद व्यवचार पतितानं पावन वैष्णव्यो नमो।